Английский язык Rainbow English, 7 класс, первая часть, учебник. У нас юнит 2, у нас степ 2 и упражнение 4. Прочитайте предложение и скажите, как же мы можем создать форму отрицательного предложения в present perfect. Ну, давайте прочитаем, переведем. I have been to London. Я побывал в Лондоне. I have not been to Moscow. Значит, я не был в Москве. То есть, что мы видим? Have been – это утверждение. Have not been – это отрицание. То есть, будет просто not ставиться после глагола первого. We have been to Washington. Мы побывали в Вашингтоне. We have not been to Oxford, например. То есть, мы не были в Оксфорде. You have been to Boston. Ты был в Бостоне. You have not been to Leeds. Ты не был в Лидсе. They have been to Chicago. Они побывали в Чикаго. They have not been to Kiev. Они не были в Киеве. She has been to Australia. Она побывала в Австралии. She hasn't been to Miami. Она не была в Майами. He has been to the USA. Он побывал в США. He hasn't been to Spain. Он не был в Испании. B. Прочитайте то же самое. Или даже скажите то же самое, используя краткую форму глагола. Глагол у нас получается have. Вот когда мы делаем сокращение, полную форму, то есть мы поняли, надо делать have not. Вот наши have not. Если нам нужно сокращенную форму написать, мы просто пишем haven't. Буква О пропадает, но появляется апостроф. То есть haven't – сокращенная форма. Если у нас идет сокращенная от has not, то мы делаем hasn't. И вот у нас такая фраза. Скажите то же самое, используя короткую форму. На всякий случай, вот у нас как здесь это произойдет. Был have not, мы поставили, могли бы поставить haven't been. Был have not, опять же. We haven't been to Oxford. You haven't been to Leeds. They haven't been to Kiev. She hasn't been to Miami. He hasn't been to Spain. То есть вот сократили. Теперь во втором, в B. I have not seen the Atlantic, то есть это I haven't seen, я не видел Атлантики. We have not seen New York, мы не видели Нью-Йорка. We haven't seen New York. You have not seen London, ты не видел Лондон. То есть мы просто have not ставим haven't, то же самое. They have not seen Buckingham Palace, они не видели Букингемский дворец, можем поставить they haven't seen. He has not seen the Tower of London. Он не видел лондонский Тауэр. Можем написать he hasn't seen. She has not seen the Moscow Kremlin. Она не видела московский Кремль, но мы можем написать сокращение she hasn't seen the Moscow Kremlin.